Сегодня мэр города Юрий Гришан проверил подготовку 4 школ к новому учебному сезону. Сейчас, когда все экзамены сданы, а площадки для школьников прекратили свою деятельность, самое время начать ремонтировать учебные учреждения. Это 29-я школа, где губернатор выделил деньги на ремонт окон, фасада, межпанельных швов. Это эколого-биологический лицей. Там мы осваиваем деньги в рамках программы «Столица». Вот на одном объекте там 196 окон, на втором там 168. Глава муниципалитета выразил опасения по поводу 7-й школы. Тендер выиграл подрядчик из Новокузнецка. Несмотря на то, что он снизил цену контракта на 2 миллиона рублей, опасения не безосновательны. За оставшееся время специалист может не успеть выполнить всю работу. Школу нужно сдать 15 августа. А поскольку изготавливать окна планируют не в Магадане, доставка может занять больше времени. И так как подрядчик сейчас не в областном центре, градоначальник связался с ним по телефону, чтобы уточнить некоторые вопросы. Я вас спрашиваю, вы сможете нам сделать так, чтобы мы 15 августа были с окнами в Магадане? Да, у нас контракт выполненной работы 28 августа. Контракт? У нас такого срока нет. А до 28 вы сделаете 100% без разговора, да? Ну, я думаю, да. Однако в целом процесс подготовки в 7-й школе идет очень хорошо. Там уже полностью заменили кухонное оборудование, столы, стулья, а еще произвели покраску в некоторых помещениях. В английской гимназии, которую также посетил мэр, выполнены практически все работы по главному фасаду. Поэтому теперь в школе будет теплее и комфортнее. Все идет по плану. Уже сделано 16 окон на втором этаже. И в следующем году также планируются работы по ремонту кровли. Я думаю, что к 15 числу в основном школы будут готовы и... Мы составим график таким образом, чтобы с 15 по 18 все наши школы были готовы к приемке, которую будет комиссионно осуществлять Роспотребнадзор, пожарная инспекция, органы правопорядка, служба безопасности. Мы должны сделать школы безопасными для учебного процесса и комфортными.